Планета вертится, круглая, круглая. Ну да. Старые песни о главном. Уютная атмосфера праздника, интересные гости и невероятные факты. Телеканал «Актис» завершил съемки новогоднего шоу «Голубой огонек». Это уже третий «Голубой огонек» на «Актисе». Самый первый в 2018 году мы провели в стиле «Ирония судьбы». 2021 встречаем под лозунгом «Мы вместе». Третий год подряд мы проводим «Голубой огонек» на «Актисе». И всякий раз это ярко, музыкально, креативно, необычно и интересно. Вот и этот новогодний проект не стал исключением. Мы долго думали, на самом деле, проводить или нет, но поняли, что действительно это необходимо, потому что людям хочется праздника. Год был непростым. И вы знаете, при подготовке этого проекта мы соблюли все санитарные требования и нормы, и правила безопасности, поэтому все сделали так, как нужно, для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, имели возможность получить хорошее настроение и поздравления от известных артистов, музыкантов, театралов и первых лиц Ангарского городского округа и Иркутской области. Магические номера «Искусство перевоплощения» покажет фокусник Александр Стеренчук. Участник проекта «Адская кухня» Йодгар Якубов раскроет секрет легких новогодних блюд. Вы узнаете интересные факты про Новый год. Вместе вспомним о ярких и уникальных проектах телеканала «Актис». Бизнесмены, политики, творческие люди предстанут в необычных амплуа. Отдельный блок мы посвятили врачам. Я хочу сказать, это не легкий труд. Мы находимся в студии телекомпании много времени, и мы понимаем, насколько кропотливая и трудоемкая работа создать вот этот прекрасный продукт, который увидят все жители Иркутской области в новогоднюю ночь. Самую волшебную ночь в году предлагаем провести вместе с нами. Смотрите «Голубой огонек» «Мы вместе» на телеканале «Актис». Встретимся на 22-й кнопке 31 декабря за час до боя курантов. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Олег Левченко. Местное время.